с вами опять я, Георг Вольский. Также меня называйте Гоша, если вам удобно. Сегодня я буду делать итальяно-пицца. Сначала берем тесто. А тесто это не просто зашел в супермаркет, а надо сделать специальное тесто. Просто я не хочу много объяснять, как это делать, потому что времени тянуть. Просто найдите в гугле рецепт и его сделайте. Сначала сделайте сделанное тесто и муку. Сейчас я муку как по всему тесту и раскатываем скалкой. Мам, нормально раскатал? Тесто мы раскатали. Извините, что у нас была такая пауза с словом я просто хотел заготовить банку. Вот смотрите, вот пицца, мы ее раскатали. Лучше такой форме, мне удобно. Потому что у нас вот такая вот такая платформа для пиццы. Такой формы, прямоугольник. Округлая, мне она не очень. Потом надо вот это тесто, спокотформа, я его не называю, переложить в радосочку. Сейчас переложим. Это будет немного трудно, но я справлюсь. Так, берем вот так вот снизу. Так. И вот. Разложим. Сейчас мы будем на пиццу положим итальяно-томат. Половину маргариту, а другую пепперони. Мы взяли итальянскую пепперони, вот такая красненькая, вкусно пахнет. Это замолчи. Так, и я сделаю два слоя, потому что моя семья любит двухслойную пепперони. Я не очень люблю пепперони. Мы его раскладываем так. Вы увидите фотку, видео, как оно будет. Сейчас мы будем нарезать вкусную итальянскую моцареллу. Мямур. Мы нарезали вкуснецкую моцареллу. Настолько вкусная, слюнки текут. И его по всей пицце распределяем. Разложу вещь, и вы увидите, что получится. Последние штрихи. Это мы сделали, положили моцареллу. И второй слой пепперони сейчас мы будем делать. И все получится. Все получится. Очень вкусно. Вот так вот будет все. В принципе, вот так вот. Спасибо. Сейчас будет готова пицца. Пока. А теперь пицца идет в печь. И закрываем, пока пицца через несколько минут будет готова. Алло, да? Да, алло. Что? Пицца-то где, готова, нет? Еще подпишитесь, чтобы это все было через 3, 2, 1. Спасибо! Вот и пицца. Теперь таким красивым итальянским ножичком будем ее разрезать.
сначала вот так вот на две половины, потом режем вот так вот. Горячая, вкусная, значит. Вот такая вот вкусненькая пицца получилась, очень горячо. Вкуснее, чем в Италии. Всем пока!